снова я. На этот раз я еду от Трайчина. Да, тут немного низко, как бы вот потолок низкий, но в принципе в целом ехать нормально. Вот сейчас на этом трайцикле 6 человек. Там сзади один, здесь двое сидят, и там трое сидят. 6 человек. В принципе, дороги ровные, ехать нормально. Если бы дороги были, ну, ухабистые, то было бы не очень удобно, потому что головой бы бился об потолок. Вот, едем мы здесь сейчас. Заправки какие-то приезжаем. О, байк неплохой тут у чувака. Kawasaki Ninja. Да, он, походу, вообще правила не читал. Нафига, нафига ее читать, да? Да, можно и на красных проехать. А, у него там еще одно место, вот он его зазывает. Чуть, блин, по руке не съездили мне. Ха, опасно тут. Я упал и снимать. Вот так вот и едем. Так что будете на Филиппинах, обязательно попробуйте трайцикл. Это нечто. Вам понравится по-любому. Там какая-то бритва, что-то какие-то принадлежности банные для чувака лежат этого водилы. Вот. Видимо, он здесь живет, наверное, я хрен знает. Ну ладно, если что, будет интересно, я обязательно еще включусь. До связи.